быть. Угу. Шаг, смотри, я предлагаю сделать из алмазов лук. Нет, кирку. Кирку, а мы же сейчас пока не... Ну давай потом, пусть нас лежат. Да, все потом, правда, потом. А сейчас давай просто я сейчас такой еще барахло выложу и пойдем еще поисследуем. Жак, тут точно стоит дивайн РПК? А, да, но они спавнятся только в новый биом. О, в старый биом. То есть как бы там в обычных, не из модов. Так. Я, кстати, Влад, я походил по миру, ну, за кадром. Тут реально, тут есть мобы и циклопы, там все такое есть. Вот. А в пещерах их дохренища тоже, но пока туда не суемся еще. Я в пещеру боюсь идти. Я пока вообще не знаю, будем мы распахивать прям вот дивайн РПГ, прям вот как основной мод. Он может будет нас как побочный, чтобы помогать там всякие, ну, чтобы он помогал там всяких. Да даже не ресурсы, а чтобы там мобов было быстрее убивать, там какое-нибудь оружие себе. Тридцатник, который отнимает, построить и все. Купить. Вот в ту сторону вот пойдем. Ох, красота. По отпиленной горе. Заберемся. Вот это кизера. Слушай, кстати. Я тебе. Вот. Еще раз подожжешь, я тебе отрублю бошку, вот точно. Да прикольная фигня. Да мне нет, нравится. Просто, знаешь, у нас такой замок из, ну, немножко деревянный. Немножко ладно. Деревянный. Будем делать каменный. Я, кстати, хотел что сказать-то. У нас гора спилена, это очень хорошо. Там видно все ресурсы. Можно так подойти, пособирать. X-ray. О, подожди, что это такое? Что это такое? Это... Лиф, что? Это... А, это типа ляность. Конопля. Вот. Ой, я такого, ой! Никогда, такого никогда еще не видел. Ну таких вот зрений. Ага. Наверное, же моды. Так, вау, ой. Вот это красота. А, по карте. Жек, видишь? Ты что-нибудь видишь слева? Я туда вижу дофигища всего. Ага. Чёрт. Слушай, тут такая высота мне прям. Давай прыжок веры. Нет. Прыжок! А, нет! Одно хп, прикинь. Блин, я думал, да ничего, что за. О, смотри, там какой красивый биом, видишь? А знаешь, хотел по соседней прыгнуть? Он так... Слушай, Влад, ты видишь, какой тут всего? Мы метку не поставили. А, ну давай тут поставим нормально, сориентируемся. Это хаос. Да-да-да. Все, хаос. Вау, Жак, ты видишь, что дерево какое-то гигантское? Какое? Перед нами. Лава. Это какое? Ага. Вот, видишь? Дерево. Дерево. Это... Как-то сгенерировал, что ли, сраный или а, чё? Мы пойдем в этот данж, который слева? Вот в этот, да, мы в этом не были, походу. А помнишь, Паша говорил, типа, что тут никаких ресурсов, типа, нет, прикольных? Да, и босса, по-моему, в конце тоже нет. А, ну, то ладно. Ну, тут сломаем просто спамеры, если понимаешь. Да, для опыта. Ой, и этот... Видел, сейчас опять увеличивать? Ага. Кто? Эйфриты! Ни хрена себе, я думал, что это... До свидания, ребят. Видел, Влад, у меня сейчас повисок с левел, на вот такой звук еще были. Да-да-да. Бежим. Ну все же, как они! Free one go! Да как... Им вообще-то на огонь пофиг, Влад. Свина зомби! Все, валим. Нормально. Все. О, Влад, я знаю, как Влад будет делать. О, Жак, не, смотри, свинка. Бух, свина зомби. Ой, до свидания, свинка. О, Влад, ты видишь деревню? А, где? Пойдем наоборот. Знаешь, что я еще вижу? Че? Какую-то... Папа. Стройку. Нет, подожди. А, Жак, смотри. И сюда. Куда? Тут такая небольшая гора с углем, железом и золотом. Короче, это мы пока... Все, она. Нет, я слишком просто. Я просто уже почти добежал до деревни. О, деревушка. О, морковок. Морковок. Вот это генерация. Ой. Смотри, какая крутая дорога. Немножко так развалилась. Это для паркуристов таки. Это деревня паркуристов. Трейсеров. Вау. Вот эта ступенька! Ну, смотри, Жак, ну, представляешь, если бы ее не было? Мы пошли, подвернули ногу. Что бы мы делали, а? Не знаю. Воруем. Вот. Жак, что это такое над нами? Что над нами? Вот. Что это такое? Это типа мостика или что? Это пистолет. А. Красивый пистолет. Слушай, чувствую, у нас еды будет навалом. О, все, мы макаты, можно сваливать. О, мы богаты. Я так и не нашел море. Пойдем в ту сторону, вот туда. О, смотри, ты вот про это говорил? Да-да. Мы же это находили уже. Ну еще в том летсплее. Да-да-да. Ну как бы это также летсплей, но немножечко другой. С другими модами. Перезапуск. Жек, ты видишь эту постройку? Смотри. Какую?
Вон какой-то колодец или что это? Как? Вон перед нами. Слева, слева. А. Угу, вижу. Мне кажется, там тоже какой-то. Помнишь? Помнишь, мы. Да, да, да. И мы там сдохли раз 10. Ну, в принципе, красиво там. Но. А, нет, смотри, там что-то хорошее. Может, пойдем? Ага. Нормально все? Жок, окно. Ага, отлично. Джека, на даме лава! Ой. Потекла! Блин! Киркита нет! Черт! Спасибо мне, Жек! Итак, все, мы продолжаем. Немножечко была такая заминочка. Короче, тут все залило лавой. Да, мы выжили, мы выбрались из этих катакомб. А, что ж, куда дальше пойдем? Ну пошли туда прямо. Я просто, ну, довольно много времени прошло, как мы поставили паузу, поэтому я все забыл. Куда мы. А, мы направлялись исследовать местность, чтобы найти море. Угу. Стоп, это, вот, пока это речка. Там пустыня впереди. Мне кажется, нужно идти вот в ту сторону. Вот иди со мной. Жек, ты это видишь? Что? Вон. Да вон! Вау! Нихрен. Нифига себе. Пойдем сходим, а? Пошли. Я первый раз куда он вижу. Не, он, мне кажется, он такой же, как и обычный, но просто такой, так выглядит красиво. Круто. Да-да-да, мне прям захотелось что-то. Пофиг. Отвлечемся маленько. Стоп, а если я подожгу лед, он растает? Да. Круто. Можно? Не, стоп, нет, он не растает. Просто давай поставим факела, он сам растает, по идее. Хотя. Так нет, бы друзья. Это было намного быстрее. Опс. Да. Ну ладно. Ну все, Влад. Эй, Влад, ты жалко, не убей меня только, окей? Ой, что-то их тут много, Жек. Осторожней. О, как сейчас... Могу... Ой, Жек! Это босс, да, да, он лох, все. О, мне дали... Че? Project Protection, найти, Жек. Все, кайчу. А у меня элемент там даст есть. Вау, у меня тоже есть хотя три штуки. На две. Ой, кто меня бьет? Ах вы, зомбари, а? Ну. Блин, ну вот затопил тут все. Ой, блин, ты что-то... Что-то капец какой-то происходит, дикий. Это обманный маневр, Жек. Да блин, все тает. Блин, слава богу, это... У нас тут смарт-пуинг, тут быстро можно по воде плавать. Знаешь, Жек, какой-то поток, это вообще ужас. Так тут как бы есть поток. Тут прям затопление какое-то. Зато потом сможем спрыгнуть спокойно. Да, мы так можем спокойно спрыгнуть. Так, уголь, без шерсти. Ой, жизни увеличили. О, мне тоже. Или нет, меня не увеличили. Ой, Жек, сзади, осторожней. Ой. Извини. Все отлично. Ой, застрел! Трупы! Вау. А, помоги! Ох, всех убил. Я тут всех убил. Всех? Теперь всех. Зачем тут стекло валяется? Не могу ничего понять. Не знаю. Ой, что-то их тут много, Влад. Ну, давай, Жек, я... Офигеть, откуда их тут столько? Нифига тут. Ой. Трупов, ё-моё. Ой. Быстрей. Сломал? Да-да-да, все сломал. О, хп повысились. Пойдем дальше. Фух, это ужас. Воу-воу-воу, полегче. Воу-воу-воу. Нифига, тут все тает. Тает? Ай-ай-ай, маленький паук. Жека, ломай, почему ядовитые паучки не отравляют? А это, видимо, ну, либо молд, либо там какие-то настройки сервера можно это включить, выключить. Вау. Ну, я, в принципе, пофиг. Там даже лучше. Да нет, так, ну как бы тут и так у нас монстров всяких там много, и босса, мне кажется, это не сильно влияет. Ой, чуть назад телепортнуло. Ай, труп! О, все. Так, семена... Сзади! Блин. Ага. Семена тыквы были? Угу. Кстати, можно какое-нибудь прикольное сделать, там, не знаю, дом в виде Хэллоуина, там, ну, все-таки Хэллоуин о, скоро. Да, праздник же, да. Ну. Ой, ты упал, да? Будем совмещать PvP, там все такое с красивым постройками. Ну, хоть я не умею строить, так просто. Что сможем, то мы строим. Никто, у нас уже на профессионалки сидят, смотрят нас. Обычные люди. Такие, как мы. Ну, наверное, есть какие-нибудь... Кстати, как думаешь, нас смотрят какие-нибудь, знаете, там, будущие архитекторы, прикинь? Угу. Там такие... Такие нам уже звонят. Ребят, мы построим что-нибудь. А нет, такие звонят. Не, ой! Да, блин! Да уже пришел, что ли? Короче, убиваем его, пофиг. А, какой-то лошок. У нас есть новая броня. Ай-яй-яй, горю! Я спрыгнул вниз, Влад, прыгай. Какой прыгай? Или... Убьешь его? Собирай с него все. Я пока вниз. Полтора хп. Ты собрал с него все? Полтора хп. Ты с него собрал все? Да. Ой, телепортируйся, Влад. Хп. Два хп. Ох.
Тут ничего опасного нет, Джек? Дофига всего опасного. А, быстрее, 1.5 хп, нифига не генится. Все, тупо по потокам вниз спускаемся. Все, мы уже на выходе, Влад. Ну кто как? Телепортируйся. Все. Что-то... Итак, все, мы продолжаем. Короче, это дальше, да, Да, просто, это куча часть того мода, что у нас вылетает. Да. Пойдем дальше. О, монетки, подожди, Жек. Кстати, я ушел левел, ну, в левом верхнем углу. Ой, тоже. Вау. Ой-ой-ой! Что такое? Ты где? Я тут телепортируюсь. Я пошел, короче, вперед. Хочу найти все-таки этот. Море. Вот я тебе. Вот. Я просто хочу тебе доказать. Вот я тебе просто клянусь, вот здесь эта хрень есть. Да я верю. Вот я просто, понимаешь, какая ностальгия? Я снимал это полгода назад. И уже тогда этот мод только начинал разрабатываться, его как бы никто не снимал, но мне он не сильно понравился. Я, короче, другую сборку запилил. Стоп, и это уже забросил. У меня доводка факт, что я могу подбрать монетки. Может, они же локали, ну теперь. Да. Я стоп. Вообще не могу ничего подобрать. Стоп, я тоже ничего. Места в инвентаре, видимо, нет. Да, смотри, у меня появилось место в инвентаре. А, у меня тоже, фу ты. Подожди, монетки же не занимают слоты. Может, такая ерунда? Ты видишь по карте? Что это такое? Какие-то как будто горы. О, да. Может, это какие-то деревья? Тут же стоит мод Twilight Forest, как он называется? Нет, он не стоит Twilight Forest. Ой. Как этот мод называется? На деревья всякие. А, с рабём, что ли? Да, вот. Он разве тут стоит? Да. По-моему, там какой-то другой стоит. Ну, что-то похожее. Нет. Смотри, какое-то новое болото. Да, точняк, слушай, вот я не знал. Вот теперь узнаешь. Ух, ё... Ой, доброго времени. Ой, да ё-моё! Ой, пух! Та-дам! А мы живы? Блин, тут вообще что ли моря нигде нету? Ничего не могу понять. Кстати, Жек, а тут есть такой мод, который, типа, знаешь, такой делаешь небольшое озеро, по-моему, 3x3, потом к нему оставляешь цветочки, бросаешь алмазку, а телепортируешься. Ну это Twilight Forest. А, он стоит? Его нету. Но это сумрачный лес, да, ну вот это слишком много уже было бы, если бы поставили. Мне кажется, я вижу море, а это река тупая. Ты по карте ориентируйся. Ну, я как бы по карте ориентируюсь. Ты на секунду сделал? Да, на X. Хм? Я как бы выключаю, включаю. Вот что там, что взорвалось? Там пустыня опять, Влад, что-то мне кажется, мы сегодня не найдем. Все, там должно быть море. Они смотрят. Помнишь, био? Пауза. Итак, мы продолжаем. Влад, телепортируйся ко мне, пожалуйста. Так, опять ты убежал. Кстати, ускорение тоже используется, которое смарт-пувинки, оно... Ну да, на тап. У меня не на тап, я специально переставил. А, ну хорошо. У меня на R английскую, ну на А. Жек. Куда бежать? Смотри, ты видишь там какое-то адское здание? Ну, давай посмотрим просто, что это такое. А помнишь, по-моему, то, что мы проходили? А мне кажется, другое. Ох, хотя... Да, кстати, похоже. Влад! Помнишь что? Это? Вот это реально то, что где мы... Мне просто... Я хочу показать. Только ты за мной никто не падает? Ага. Ты гайдку не ломай. А я хочу его сломать. Нет, стоп. Что? Раньше тут... Ладно, окей, я пошел отсюда, не хочу. Это поди какой-то кривой. Подожди, не смотри, она маленькая. Да и ладно, просто как ее сгибли. Да не, я не про то, я про адское здание. А может она вниз идет? Я не хочу, все, не хочу. Я уже там на сегодня много башен, хочу найти. Жак, стык, это избушка, слева, видишь? Да, так мы, по-моему, находили еще в прошлом летсплее. Нет. Ну, такие находили, я помню, там ничего не было. Просто как избушка. Вау. О, смотри, поле овечек. Овечки это сила. Овечки это сила. Понял, о чем я? Конечно, понял. О, ты говоришь, Divine RPG, блин, нет. Вот тебе Divine RPG, пожалуйста, дорогой. О, здорово. Только не бей их, Жек. О, слушай, вот тебе как-то плохо стало, слышно. Не, плохо, ты что, гонишь? А вот сейчас хорошо, да. У тебя еще какая-то хрень была? Ну, пойдем. Привет, пацаны, как дела? Жека, только не бей. Да и ты думаешь, я что, я вообще в диване шарю, ты что? Да, конечно, шарю. Чё, не веришь, да, что ли? Нет. Эх.
Не фартануло. Ой, сколько нам обратно бежать. Не получилось. Не фартануло. Это что? Ух ты, жалко, ты это видишь? Чё? Смотри. Что впереди нас? Японский бог. Это ёлочка. Там должны быть подарки под ней. В лесу родилась ёлочка, в лесу... О, смотри! В лесу она росла, и песочек с неба... Песочек с ёлочки падает! Как бы это странно не звучало. Шок, ты засыпала? Вот, хрень какая-то, ёлочка... Шека! Чё? Ты где? Я за тебя. Тебя же засыпала. Конечно. Чё? Всё. Ну ладно же. Помнишь про меня? Влад, тебя опять плохо слышно. Так вот далеко от микрофона. А вот так нормально? Да. Жак, хочешь про меня удар от дракона? Хочешь? Спасибо. Да, блин, не достаю. Бежим! Маньяк! Удар дракона! Влад, Влад, смотри, еще. Слева. Слева, Влад, смотри, пожалуйста. О, о, елочка и данж. Жак, стоп! Я слышишь, под нами кто-то? Копай вниз. Че? Здесь копай. Так это просто какая-то, видимо, шахта какая-то. Тут нет. Пауканы какие-то, да? Угу. Да вот, я уж прокопался до конца, ты че? Вот! Жак, нашел что-то. ТП, Джавекс. Это обычный данж или что? Я туда. Стоп, так это же обычно, ну. Ну ладно. Железо зато. О, да. Нельзя спустились. Так. Ой, здорово, крипер. Давай. Нормально все? Вообще огонь. Так, ну все, я больше, в принципе, ничего не надо. О, кирка. Спасибо. О, все, я первый раз бы потрачу блоки. Так, как. Хрень какая-то. Я поскольку нормальный человек, я выйду через нормальный проход. Телепортируйся. Нет. Блин, короче, я, наверное, это все ускорю, и нам нужно найти море. Да. Да вот он где-то Фрост, я тебе отвечаю. Я тебе клянусь, я только что слышал здесь Фроста. Ты его не видел? Ну, будто были такие звуки. В пещеру я не пойду. Опасно. Там посраться можно. Поворачивайся, там какой-нибудь крабик на тебя выскакивает. Все, пофиг, идем домой. Да. Вот когда будем уже в крутой броне, с крутым оружием, то с удовольствием. Можешь и контрактом это взять потом. Сейчас тупо бежим домой. Бежим. Домой. Бегу, собаки! Логмейн Хамачи, кто-то написал. Это был я. Сволочь. Кто написал? Газлин один. Это... Он флудит! Он сильно флудит! Жак, ты слышно? Нет, я кричу звуки в Хамачи. Но мне это висит на эти гребаные сообщения, ты надоел. Козёл, а? Фудит фон. Все перехватил. Прицел! Я тебя сейчас на!
Сколько нам там до метки? Жак, хочешь полка? Нихрена себе. У меня есть молния. Влад, знаешь что? Идея. Точно! Хорошая идея. У тебя же... Мы же там поспали. Не. Не. Подожди, стоп. А то несешь мою святую? Сколько у тебя дерева? Дерево 8. Дай, пожалуйста. Ты сейчас крати сундук. Один. Стоп. Так, я сейчас сюда выложу все ненужные вещи. Вот это нам не нужно, не нужно, не нужно, не нужно. Нет. Это не, нет, 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 нет. Нет, это, нет. Это, пожалуй, возьму. Потом нас ждет бэкпаки сделаем. Да? О, ты знаешь, что сделаем? Сложи сюда весь... Динамит. Сделай, сложи сюда свой главный шмот. Не, дай мне прям его, прям, мне кидай его. Пах, 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 пах. Пах, пах, пах. Тут много, у тебя много важного? Самое святое, Жак, не проси. Тебе там много еще вещей? Конечно, много. Вот лук, стрелы, палочка копченая. Не-не, ты прям... Ты вот самое важное. Все. Все? Нет. Это, все. Это хрень какая-то. В смысле? Слышь? Что, ты в реальном месте возродился? Так, ага. О, у меня увеличили жизни. У меня тоже. Ой, ой-ой-ой, сейчас будет лагать. Даун фау, все. Шека. Иди сюда. Где она? Ну. Нашел. А что, не надо, не важно.